Всем доброе утро. Лазаревская, 13 декабря. 8:33. 9,5 градусов показывает бортовой компьютер автомобиля. Мы сейчас посмотрим еще, как там начокнут. Хотя он уже давно не чокнутый. Термометр я имею в виду. Дождик, слава богу, закончился. Вчера практически целый день, не переставая, лил. Не знаю, что будет сегодня. Но надежда есть. Я имею в виду надежду на то, что дождика не будет. Во всяком случае, не целый день. Тихо. Ветер пока, во всяком случае, не ощущается. Шум моря даже здесь я не слышу. Во всяком случае, сильный. Сейчас вот стал что-то слышать. На набережной практически никого. То ли это с деревьев, скорее всего, это с деревьев капает. Может быть, дождик начался. А вот сравнить сегодня у нас опять не удастся с вами, потому что термометр что-то устал. Не работает, никакую информацию нам не дает. Поэтому будем ориентироваться по автомобилю. Море. Теперь понятно, почему я его не слышал. Посмотрите, какое оно сегодня милое, тихое и спокойное. Пляж стал намного шире. Водичка, не скажу, что такая прям прозрачная. Нет, но во всяком случае у берега камешки видно очень даже хорошо. Там дальше метров 3-4 вглубь и все. Вся картинка теряется. О, какая красота. В районе Сочи, похоже, облачков и тучек поменьше. А вот в Турции, в Новороссийске, побольше. Как-то это так пасмурно там. Пойдемте поближе к морю. Если все камешки эти равномерно распределить, убрать отсюда, хотя в большинстве своем их уже убрали, или море само распорядилось так, что убрало их, не знаю, то пляж станет несколько побольше. Хотя, возможно, я, конечно же, ошибаюсь. Обратите внимание, здесь вот пятачок свободный, а здесь вот добавился. Может быть, как раз это за счет того, что распределили камни. Но если посмотреть сбоку отсюда, то видишь, что пляж все-таки покрыт камнями. И достаточно сильно по сравнению с летним периодом, я имею в виду. Так что тут еще расширять пляж, да расширять, как говорится. Ну, сейчас пока это делать бессмысленно, так как никто не знает, какая погода будет далее. Будут шторма или нет. Вот оно море. Вот они камни на дне. Видно хорошо. Хоть оно и шуршит, но может немножечко и подмочить. Да, особенно в центральной части пляж стал чуточку-чуточку пошире вот туда, мне кажется. Может, я и ошибаюсь. Можно сравнить с летними роликами вот это. Зона техническое объявление, где висит, обратите внимание. Вот на метра два, наверное, пляж увеличился. В этой части, а там дальше еще и побольше. Ну что, вот такое вот утро. Более мне рассказать вам пока нечего. Тихо, спокойно, для прогулок комфортная ситуация. Прям вообще не дует. Дышится легко. Да, даже здесь вот можно уже обратить внимание. Видно, что камней побольше прибило к этой бетонной стенке. Даже ступеньки накрыты. Так что еще для пляжа камешки найдутся. Всем доброе утро, всем пока.